Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала фотографии со светского мероприятия, где она позирует в черном платье с глубоким декольте. О прошлом вечере многозначительно подписала фотографии спортсменка. Судя по сторис, Медведева была в одном из заведений на дне рождения своей подруги, исполнительницы Яны Буйновой, выступающей под именем Янчи. Фотографии не оставили равнодушными подписчиков Медведевой. В комментариях они написали, что Евгения – аппетитная красотка. Серебряный призер Олимпиады 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала в социальной сети новые совместные фотографии с олимпийским чемпионом Пекина в командном турнире Марком Кондратюком. О романтических отношениях 17-летней Александры и 18-летнего Марка стало известно в начале мая. Впрочем, пара особо и не старалась скрывать свои чувства. Пользователи в комментариях назвали Трусову и Кондратюка милой и красивой парой.